Приветствую всех, кто любит кошек или хотел бы их полюбить. Это программа «Удивительный мир кошек». Меня зовут Марта Малагина, и сегодня я бы хотела вам рассказать о своей замечательной кошке Мусе. Прекрасно, Марта. А чем так замечательна твоя кошка? Она замечательна практически всем. Она может заменять подушку. Мягкая, пушистая. В принципе, это синонимы, но... Она помогает мне делать уроки, мне с ней становится легче в трудных минутах. Она мне, ну, можно сказать, заменяет друга. Она мне как друг. А сколько тебе лет? Мне 10 лет. А ей? А ей... Если по-кошачьи, то 21 год. А если, ну, в человечьих мерках, ну, в людских мерках, это ей 3 года. А как ты с ней подружилась? Вот как это было? Вообще, как она появилась у вас в доме? Расскажи. Мы эту кошку не покупали. На Новый год моей маме подарил кошку коллектив. И так получилось, что мне позвонила мама и спросила: «Марта, а что ты больше хочешь? Котенка или iPad?» Ну, конечно, я выбрала котенка. Она сказала, что она везет домой котенка. Я была в шоке. Но все же, ну, где-то минут через 30 мама привезла домой котенка в переноске. И вот с этого момента, можно сказать, моя жизнь изменилась. У меня появился какой-то стимул. Я стала за ней ухаживать, и мне это очень понравилось. А можно сказать, что эта кошка, Муся, она стала твоей подружкой? Можно сказать, вполне. Ну, я могу и что-то рассказать, это будет как-то странно, но все же мне это может помочь. Она не будет говорить что-то лишнее, так как она вообще не умеет говорить. Иногда жалко, что, ну, она не может что-то мне сказать. А иногда это очень хорошо. Ну, может быть, вы с ней чувствуете друг друга телепатически? Ну, бывают такие моменты, может быть и так. Но это бывает не так часто. Марта, а почему вы так назвали свою кошку Муся? Как это имя появилось? Вы знаете, просто у меня очень много знакомых, имеющих кошку под именем Пуся. И так как я, ну, Малагина Марта Максимовна, МММ, ну, как бы это моя любимая была буква, мы решили П заменить на М. И получилось вполне так. Вполне-таки милое имя. Ну, решили кошку назвать Муся. Ну что ж, хорошее имя для хорошей кошки. Марта, а кошка не простая у тебя, она породистая. Как называется эта порода? Порода называется Highland Fold. Это
длинношерстная разновидность Scottish Fold. Ну, тебе было приятно, что у тебя не просто кошка появилась, а кошка породистая, такая, с оригинальным обликом? Ну, на тот момент мне было только 7 лет, я об этом даже не думала. Но так как она была очень такая симпатичная, красивенькая, ухоженная, конечно, я обрадовалась. Ну, только сейчас я понимаю, что кошка очень-очень редкая порода, очень редкая, и мне становится от этого очень, можно сказать, гордо. Здорово. А ты знаешь, нам нравится, что она такая внушительная, она так ходит уверенно, так чувствует себя в доме, наверное, главное. Ты как думаешь? Наверное, нет. Она просто очень быстро привыкает к новым людям. Она очень любит помещение, где много людей, где все ей рады. Ну, конечно, если придут какие-то люди, у которых аллергия на кошек или, я не знаю, которые вообще не любят кошек, она на них будет шипеть, царапать, будет делать все, чтобы они ушли из этого дома. Конечно, она, кошки же, они все чувствуют, так как они могут почувствовать негативную и позитивную энергию. Им будет все равно, кто это, как это, что это. Им главное, чтобы этот человек ушел из дома. То есть такие случаи были, когда кошка кого-то не принимала? Ну, конечно. А может быть, кошка это она как-то охраняет пространство дома, она такой добрый дух дома? Ты как думаешь? Ну, есть в этом ее какая-то заслуга, потому что энергия в доме, она, наверное, так как все ее любят, энергия в доме еще зависит немного от нее. Если она будет всех царапать, ее, конечно, будет идти негативная энергия, так как никому не понравится, что царапает кошка. А если кошка будет в хорошем настроении, то, конечно, все тоже будут в хорошем настроении. В общем, если кошке хорошо, то хорошо и всем в доме. Но, может быть, кошки людям для этого и нужны, чтобы в доме такую хорошую атмосферу любви и добра создавать? Ну, вы знаете, у каждого, наверное, свое мнение о предназначении кошки. Ну, а ты что думаешь? Ну, как я уже сказала, кошка — это как друг. Ну, только друг, не умеющий говорить, вот и все. Но еще мягкий, пушистый. Ну хорошо, покажи нам кошку, а то она так сейчас лежит. Давай, доставай ее оттуда. Вот и моя кошечка. Любит она с тобой проводить время, вот когда ты ее так держишь? Ну да. Я не знаю, что она там про себя думает, но судя по ее реакции, ну, скорее всего, что да. Ей нравится со мной быть. Она любит, когда ты ее гладишь. Она любит, когда ее все гладят. Главное, чтобы гладили приятно, а не вот так. Ну, а приятно как? Приятно? Вот так. Приятно вот так. Ну, так нежненько. Полина, ну ты подружка и соседка Марты. Что ты думаешь о взаимоотношениях Марты и Муси? Я считаю то, что Муся и Марта очень хорошие друзья, даже если Марта учит ее летать и очень сильно ее мучает.
Ну, кошка прощает своей хозяйке все, да? Ну, можно сказать и так. А тебе тоже нравятся кошки? Да, я очень люблю кошек. У меня самой есть кошка британской породы. А как зовут твою кошку? Мою кошку зовут Маша. Маша, отличное имя. А что тебе в кошках нравится больше всего? Не знаю, наверное, то, что они иногда даже преданные, могут помочь тебе в трудную секунду. А ты не хотела никогда познакомить свою кошку с кошкой Марты? Да, я хотела познакомить, но, увы, это невозможно, так как моя кошка живет в Твери. Понятно, далеко. Но, может быть, как-нибудь она приедет в гости? Ну, возможно. Марта, расскажи о распорядке дня своей кошки. Вот что она обычно делает в течение дня? Какие у нее привычки? Как она проводит свой день? Ну, спит она со мной. Потом она встает тоже со мной. Со мной идет в ванну, Молодцы. Ничего там не делая. Со мной идет переодеваться, со мной идет вниз. Я кушаю, она кушает. Дальше наши пути расходятся. Она идет спать, а я иду в школу. Я не знаю, что она здесь делает, но в основном она спит. Кошка очень ленивая, и она весь день вот спит, спит. Потом прихожу я, начинаю ее мучить, гладить ненежно и играть с ней. Потом она помогает мне делать уроки. А как это происходит? Я ставлю ее на стол, достаю учебники, ручки, тетради. Начинаю делать уроки. Начинаю что-то писать ручкой. Она мне эту ручку начинает грызть. И все, ей это очень нравится. А если нравится ей, нравится и мне. Ну, то есть у вас полное взаимопонимание. А что вечером происходит? Вечером я иду смотреть телевизор. Она идет рядом со мной спать. Ну, тут... У вас очень интересно размещено телевизор рядом с аквариумом. Аквариум – это же тоже телевизор для кошки. Любит она за рыбками наблюдать? Да, очень любит. Но вечером она все-таки больше любит спать, чем смотреть телевизор. А я наоборот. Поэтому днем она смотрит телевизор. Вот, кстати, наверняка она делает это днем. Свой телевизор. А днем, я вечером когда тебя смотрю нет. Телевизор. Да. А кто кормит кошку? Неужели тоже ты? Нет, конечно, корм покупает мама. Кормлю ее по утрам я, вечером иногда тоже я, а днем, конечно же, Валя. А какой едой ты кормишь кошку? Вот что она любит? Она любит... Ой, она все любит. Кроме такого большого сухого корма. Сухой корм ей не очень по вкусу. Но есть корма, которые она просто... Даже если она не голодная, она все равно их будет есть. Чисто по той причине, потому что ей они нравятся. Такие как фармина. Получает ли она от тебя такой классический кошачий продукт, как молоко? Знаете, получает, но получает очень редко, так как я все время забываю ей его налить. Но она любит? Конечно, она очень любит молоко. Но тебе нужно развивать свою память и почаще давать своей любимой кошке вкусное молочко. Я буду стараться, буду стараться. Марта, расскажи нашим зрителям какую-нибудь интересную, забавную, может быть, смешную или, наоборот, грустную историю, которая с твоей кошкой произошла.
А, ну да, был у меня случай, когда мне было 7 или 8 лет, когда я еще жила в другом доме, мой брат вышел из душа, а ванна осталась наполнена водой. И Муся, она взяла и прыгнула в эту ванну с водой и стала там купаться. А дверь в ванну была открыта, а свет был выключен. А у кошек светятся, ну, как всем известно, светятся глаза. Я, проходя мимо этой ванны, чисто вот так боковым зрением увидела и услышала там всплески воды, еще и там в ванне плывет какая-то светящаяся чупакабра, можно сказать. И я закричала, я так и закричала: «Мама, мама, там чупакабра!» Но это может быть смешно, но на тот момент я так сильно испугалась. Вот, потом она выпрыгнула из этой воды, и нам пришлось ее где-то час или два сушить феном, так как шерсть, она очень трудно сушится. Ай. Она тоже, видно, вспомнила эту историю про фен. Ай, кому смешно, кому больно. Слушай, а это было один раз, или она так с водой вообще общается, то есть любит воду? Она любит воду, но если ее никто не заставляет купаться. А если ее кто-то заставляет, то она сбегает вот так из душа, лезет, там стенки трет. В общем, делает все, чтобы вылезти. Ну, из твоей истории выходит то, что твоя кошка, она очень такая самостоятельная, независимая, да? Ну, это да. Ну, а тебе это нравится, что твоя кошка такая независимая? Ты, например, умеешь, когда надо, тоже и зашипеть, и когти выпустить? Я умею. Марта, а знаешь, многие люди считают, что женщина должна быть чем-то похожей на кошку, что это хорошо. Вот ты тоже так думаешь? Ну, еще смотря какая кошка. Если кошка женственная, такая гордая, хитрая, то, конечно же, да. А если кошка, я не знаю, там какая-то гоп-стоп, то, конечно же, нет. Ну, пожалуйста, расшифруй, что ты подразумеваешь, когда говоришь «кошка гоп-стоп». Что это? Давай, давай, всю правду, пожалуйста. Ну, я не знаю, какая-то там неприличная кошка. То есть ты хочешь быть похожей на кошку, но на приличную, я правильно понял? Да, на воспитанную кошку. Породистую кошку. Ну что ж, на такую, как твоя Муся. Да. Хорошо, кошка вернулась к телевизору, аквариуму, а мы давай продолжим наш разговор. Скажи, а у вашей красивой кошки, наверное, могли бы быть красивые котята. Были у нее хоть раз? Да, были один раз котята. Сколько котяток? 4 котенка, и все они оказались мальчиками. Мы думали, что один из них это была девочка. Ну и, к сожалению, это оказался мальчик. Ну и интересно было тебе возиться с котятами? Для тебя это что было, рождение котят? Для меня это было вообще каким-то чудом, просто я никогда не видела котят, вот именно вживую. И я с ними особо-то не нянчилась, просто в основном Муся, она нас к ним не пускала. Ну, мама, материнский инстинкт, мои дети. То есть она что, вы только издалека смотрели на них, на котяток? Не, ну конечно, мы их трогали. У меня даже была забава, я брала одного котенка,
оставила его вдалеке от нее, она за ним бежала, брала его за шкирку и тащила обратно. Я вот так 4 котенка в разные места. 1, 2, 3, 4. И она за каждым вот так бежала. Иногда она пыталась взять двоих, но у нее получалось то, что оба они выпадали, она брала одного и тащила его туда, к себе в коробочку. Ну, оказалось, Муся хорошей мамой, как ты считаешь? Я думаю, да. Она ведь все-таки у меня не гоп-стоп. Хорошо. Расскажи, как кошка в вашей семье выбирает себе любимчиков? Вот чья это кошка? Твоя, мамина, брата, моя чья? Она моя. Моя. А доказательства? Муся, ты моя? Видите, молчание – знак согласия. Но не бывает у тебя конкуренции с братом за такую красивую кошку? Бывает. Он говорит, что это его. Я ему говорю, ну вот иди и убери за ней. Он говорит, нет, это только твоя обязанность. Моего брата очень трудно переспорить. Ну, у тебя это получается? Не всегда. Ну что ж, Марта, много ты всего интересного наговорила про себя и свою кошку. Наговорила? Да, наговорила. Но давай подытожим. Все-таки эта кошка, которую ты очень любишь, какое значение она имеет в твоей жизни? Вообще, зачем кошка человеку нужна? Ну, моя кошка – это мой друг. И кошка для человека, она, наверное, имеет у каждого свое понятие, что такое кошка. Для меня кошка – это мой друг. Для кого-то это просто как рыбка. Просто она вот сидит дома, и все. Для кого-то это развлечение, для кого-то это, не знаю, источник какого-то вдохновения. Ну, а для меня это мой друг. Ну, вот и все. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. Монжо – это итальянская компания, фамильный бизнес. Мы производим продукты для домашних животных уже более 50 лет. Наша компания начинала свою деятельность с птицефабрики. Мы производили мясо птицы и начали делать продукты для домашних животных на его основе. Вся продукция Монжо делается из свежего мяса, сразу упаковывается, без добавки каких-либо консервантов и улучшителей. Мы защищаем свой продукт и предохраняем его от порчи при помощи процесса высушивания и экстракта розмарина. Продукты Монжо производятся только из натуральных ингредиентов. Это категория супер-премиум. Они стоят чуть дороже, и мы гарантируем, что, потратив немного больше средств, вы получите качественный натуральный корм без всяких добавок, который в то же время не оказывает вредного влияния на здоровье кошек и собак и не вредит окружающей среде. Мы гарантируем качество Монжо, а кошкам и собакам нравятся наши продукты. Они показывают высокую поедаемость в многочисленных тестах и исследованиях. Мы уверены, что российские кошки и собаки полюбят продукты бренда Monge так же, как их любят кошки и собаки Италии. Дайте вашим питомцам попробовать. Buon appetito! Ветеринарная клиника «Центр» на Цветном бульваре. Весь спектр ветеринарных услуг 24 часа в сутки. Высококлассные врачи, современное техническое оснащение, особое отношение к каждому пациенту. Москва, Цветной бульвар, дом 11, строение 1. Здоровье в центре внимания. В них есть что-то, что нас по-настоящему трогает. И неважно, какой породы кошка. Уже более 15 лет кошки-патриоты выбирают российский корм «Васька». Главное – здоровье. Я заводчик собак породы лабрадор ретривер. И я знаю, как вырастить красивую, здоровую и активную собаку.
Вилли хвост. Именно его я добавляю к своим знаниям, опыту и интуиции. В этом продукте для ежедневного рациона удачно сочетаются питательные свойства, вкусовые качества и привлекательная цена. Вилли хвост – мой секрет идеальной собаки. В них есть что-то, что нас по-настоящему трогает. И неважно, какой породы кошка. Уже более 15 лет кошки-патриоты выбирают российский корм «Васька». Главное – здоровье. Я заводчик собак породы лабрадор-ретривер. И я знаю, как вырастить красивую, здоровую и активную собаку. Вилли хвост. Именно его я добавляю к своим знаниям, опыту и интуиции. В этом продукте для ежедневного рациона удачно сочетаются питательные свойства, вкусовые качества и привлекательная цена. Вилли хвост – мой секрет идеальной собаки. Компания «Фармино» – это молодая компания, итальянская, которая за очень короткое время, с 92 года, успела на сегодняшний день наладить свои бренды во всех континентах мира, благодаря качеству своих продуктов. Основное отличие компании «Фармино» – это то, что она продвигает систему питания для плотоядных, так как кошки и собаки являются плотоядных, соответственно, состав кормов изначально предусматривается адаптированные корма для кошек и собак, которые выражаются в брендах ND, беззерновые, с пониженным содержанием зерна, потому что компания «Фармино» заботится о здоровье животных. Соответственно, это и есть основная идеология по продвижению и, скажем, изготовлению продуктов компании. Качество продуктов на сегодняшний день, если возьмем существующие сегменты премиум, эконом, премиум, супер премиум, холистики, то есть в любом из своих, скажем, сегментов компания «Фармино» старается сделать состав выше, чем все остальные конкурентные продукты по содержанию белки, по содержанию минеральных веществ и витаминов. Я бы хотел пожелать зрителям, чтобы читали состав кормов побольше и выбирали достойные продукты для своих питомцев. Hey.
Привет всем, кто хочет знать о собаках все. Это программа «Удивительный мир собак». И мы, Зиновьева Ольга и Зиновьев Антон, владельцы и заводчики такой породы, как Бедлингтон Терьер. Мы постараемся вам рассказать о ней как можно больше и познакомить вас с этой породой. Ольга, Антон, ваши собаки однозначно нам очень нравятся. Давайте начнем с вопроса нестандартного. Англичане считают, что это самая неаллергенная порода из всех собак. Вы это подтверждаете? Да, я это подтверждаю. Эти собаки не линяют, не пахнут, не дают аллергии. То есть у них нет подшерстка, у них только остевой волос. И по этой причине, в общем-то, они не являются аллергенными. То есть люди, которые имеют аллергиков в семье и хотели завести себе любимца домашнего, ездили по разным породам, как бы знакомились, смотрели и останавливались на бедлингтонах. Действительно, не было случаев, чтобы бедлингтон выдавал аллергию. Ну что ж, замечательно, это очень хорошо. Эта порода очень оригинально выглядит, аналогов не существует. Давайте об этой фишечке породы подробнее расскажем. Ну да, в общем-то их и называют. Дети бегут на улице, подбегают овечки, овечки гуляют. И выглядит, кто говорит, инопланетяне. Ну кто как нас называет? Хотя это поддерживается, конечно, стрижкой, но в то же время это особенность самой породы. То есть у них строение головы, у них нет стоп, у них абсолютно прямое. То есть голова имеет овальную форму. И шерсть растет в каких-то местах, таких как вот лоб, нос, лоб, уши, лапы, верх спины более длинный волос, остальное более короткое. Ну, соответственно, стрижка это все вот поддерживается. Людям очень нравится. Да, оригинальный очень облик. Антон, а как появилась порода? Такое чудо могли только англичане вырастить, наверное. Да, порода появилась в начале 18 века. В Великобритании, в городе Бедлингтон, поэтому и называется порода Бедлингтон. Создали эту породу, вывели шахтеры местные. Эта порода считается охотничьей. Выводилась она для ловли крыс в шахтах. Также эта порода может и кабана загнать в угол. Очень спокойная собака, в принципе. Ну, так же, как и все терьеры, бывает вредная. Но, в принципе, это все воспитанием собаки, все поддерживается. И собака, в принципе, послушная и даже поддается дрессуре. Ну а вот для вас, Ольга, Антон, в характере, что самое важное и интересное? Чем они вас цепляют? Вы знаете, при всем своем, скажем так, терьерском непослушании в какой-то степени, они очень умные собаки и очень преданные собаки. Они очень стараются даже вот не услужить хозяину, а чтобы хозяину все понравилось так, как они делают. Они прям в глаза заглядывают, ну посмотрите, так я сделал, я вот это вот сделал, вот это вот сделал. В квартире они довольно-таки спокойные, то есть они лежат, они стараются быть всегда в присутствии хозяина, то есть если уходишь в кухню, они переходят туда, ложатся рядышком. Вот, их почти незаметно, если честно сказать, хоть и такой невзрывной характер, но если вы позвали питомцы поиграть, вот мы выходим на площадку, они гоняют всех собак, ну как гоняют, играют. Собаки уже ложатся, мы устали, а эти все носятся, поднимают, ну давайте еще побегаем. Поэтому эти собаки очень хорошо для agility, какого-то вот спортивных дисциплин с собаками. Вот. И в то же время, хоть и терьеры, но они поддаются дрессировке, да, это немного сложнее, чем служебные какие-то породы, но они все прекрасно понимают и все прекрасно выполняют. Ну что ж, здорово. Давайте представим обеих собак. Как их зовут, какой возраст? Это мама и дочка.
Это мама Ешка с Долгих прудов, ей 6 лет. Она победительница многих выставок, в том числе и Европы, и мира. Вот. Она довольно-таки спокойная, это даже не от возраста, она у нас с детства такая спокойная, размеренная, наблюдательная. А это ее дочка, ей всего годик, журавушка с Долгих прудов. Вот это пока еще у нас совсем шишига, то есть ей все интересно, ей везде надо влезть. У нее энергия бьет ручьем, ей надо играть, ей некогда сидеть. Ну что ж, то есть эти заводные собаки, наверное, они людям подходят таким же, как вы считаете? Вы знаете, вообще они подходят всем слоям населения, скажем так. Они очень любят детей, и они с детьми очень быстро адаптируются. То есть они понимают, что ребенку нельзя сделать, и ребенок также быстро очень понимает, не воспринимая за игрушку, что ему нельзя как обижать. Они не обижают детей, то есть они защищают, причем, что интересно, они защищают и хозяев, и детей. А правда, вот я, кстати, хотел вас спросить, что у них довольно бесстрашные характеры, если что, они уже не отступят. Да, то есть у них мертвая хватка. В Англии до сих пор они являются охотничьей собакой, и они норные на лис. То есть если они взяли лису, то, в общем-то, даже хозяину вытащить и спасти ее довольно-таки проблематично. То есть они очень целеустремленные. И когда они идут на защиту, или своей стаи, скажем так, вот мы гуляем, или хозяина, их не останавливает, если это собака, ни размер собаки, ничего. То есть их не зря называют волк в овечьей шкуре, то есть они очень бесстрашные. Хотя сами на конфликт они не идут никогда. То есть они очень доброжелательные, но если обидели, то держитесь. Антон, а тебе что нравится в этих собак? Собаки очень красивые в первую очередь и очень любят людей. Они очень добрые собаки, любят детей. Вот эта собака у меня с 8 лет. Ольга, Антон, а как вы, собственно, стали фанатами этой породы, Бенлингтон? Ну, мне в детстве, 6 лет назад, подарила мама, так сказать, мечту. Я с самого детства, с 4 лет, мечтал о любимом питомце, собаке. И мама решила после очень больших, долгих уговоров купить мне собаку, подарить на день рождения. Скорее, не после долгих уговоров, а это был шантаж. Он пришел с улицы и сказал: мама, там бегает щенок, я сейчас его заберу к себе в дом. Его надо кормить. Ну, тогда мы решили, что, наверное, да, действительно пришло время взять ему питомца, тем более, что он обещал, что будет ухаживать, гулять, заниматься, воспитывать. Вот, и мне, я стала узнавать, у кого какие щенки есть, мне позвонили знакомые, сказали: ты вроде как ищешь собаку, вот у нас есть, подъезжай. И я поехала совершенно не зная, что это за порода, то есть не ожидая вообще, что я увижу. И вдруг я увидела вот такую вот овечку. Знаете, я решила, что для ребенка, в общем-то, в 7 лет это довольно-таки подходящая, как бы, порода собаки. Конечно, я не поверила во все то, что о ней говорилось. Вот. И прям вот в его день рождения, рано с утра, он еще спал. Мы со старшим братом поехали, взяли щенка, навязали очень красивых бантиков на ушке. Она уже была такая вот стриженная. Вот. Мы заходим в квартиру, я зову: Антон, выходи, мы пришли с подарком. Он выходит, и тут брат запускает в квартиру собаку. У меня до сих пор перед глазами эта картина. Представляю, как романтично. Да, когда он... Я просто ее обнял и не хотел отпускать. Стоял, смотрел на нее, потом был задан единственный вопрос: это мое? Упал на колени, собака прыгнула, начала его обнимать, и все, вот с тех пор они... неразлучны. Причем эта любовь у него переросла, но не знаю, может быть, перерастет во что-то профессиональное, потому что в 8 лет он пошел в школу юного хендлера при РКФ, это единственная, в общем-то, официальная школа. Там преподается все очень умно, профессионально, там идет и анатомия, и генетика, и хендлинг, и психология собак. 2 года он отучился в этой школе, в общем-то, он имеет диплом. И сейчас ему до сих пор нравится заниматься собаками. Как ни странно, я ожидала, что все свалится на мои плечи. Но нет,
и уход, и гуляние, и как бы все остальное у нас делится. Роскошная история и, самое главное, со счастливым концом. Наверное, так и нужно обзаводиться собакой в идеале. Насколько они привередливы в еде, Ольга? Ой, вы знаете, они в общем-то не привередливы в еде. Ну, вот наши собаки, как бы мы их кормим сухим кормом, так как мы очень много ездим, и все-таки корм сбалансирован, то есть вот подобран корм. Но многие, кому это удобно, сажают на натуральную пищу, считают, что это более здоровая пища, то есть каша, мясо, что-то такое вот. Они не привередливы. Что интересно, эта порода очень любит фрукты, овощи. То есть, допустим, когда мы выезжаем на дачу, конечно, для них праздник, 4 месяца дачной жизни. Они у нас там едят с куста смородины, они едят клубнику, причем их научили. Сначала они не понимали, где клубника, так как они не видели под листиками. Потом ребятам надоело им рвать ягодки, и они как бы подняв листики и сказали, ешь сама. Вот теперь у нас с утра начинается мацион, мы выбегаем по своим делам, а потом проходим, где смородинку, где клубничку. Вот бабушка наша уже огородила единственную грядку огурцов, потому что огурцы у нас рвутся тоже прямо вот с куста, и огурцы у нас и зимой, и летом – это любимые лакомства. Хорошо. Любого, кто сейчас видит ваших замечательных собак, интересует вопрос, а как поддерживать такую красоту? Вот насколько они легки в уходе или сложные? Требуют ли специального груминга? Расскажите об этом. Вы знаете, вот глядя на собак, да, можно подумать, что они очень сложны в уходе. Совсем нет. Во-первых, у них шерсть, она, вы знаете, как бы самоочищающаяся, наверное. Потому что даже приходя, вот у нас собаки не сидят дома на диване. Мы ходим, пробуем на охоту, мы постоянно ходим за грибами. Они купаются, то есть как бы вот живем дачной жизнью, где не все удобства присутствуют. В огороде они носятся. Но вот возвращаясь из леса, нацепляв там колючек, листьев, иголок, берешь пуходерку, проводишь по шерсти, и это все не запутывается, она просто снимается с шерсти. То есть вот качество шерсти при всей ее пыхлявости, она очень легко очищается. Ну, соответственно, как любое животное, их надо мыть, расчесывать, вычесывать. Вот, и стричь. Ну, ваши собаки очень красивые, они очень симпатичны. А кто для собак этой породы идеальный владелец? Вот его портрет вы можете нам коротенько нарисовать? Ну, скорее всего, это в первую очередь мужчины, потому что из практики, ну, очень многие заводчики говорят, поднимают тему, то, что женщины даже ревнуют, то, что приходит муж с работы даже, и собака сразу летит к мужу. И весь вечер у меня тоже отец приходит с работы, и все. Это весь вечер с отцом. И, ну, также со мной они очень любят пообщаться, так сказать. Собаки, в принципе, даже общительные. Они любят урчать. Любят, если им что-то не понравится, даже ударить лапой, как кошки. Одеваете ли вы ваших собак? Знаете, одеваем. Очень редко, когда мы их одеваем для прогулки, у нас существуют так называемые пыльники, комбинезончики легкие. Это когда
ну, очень грязно на улице. Дополнительной одежды не требуется. Но мы одеваем собак креативно, то есть мы участвуем в конкурсе костюмов на больших международных выставках. Сейчас это стало модно. Мы сами шьем, сами придумываем, сами шьем костюмы, исполняем. И Антон выставляет собак в костюмах. В общем-то, у нас есть уже призовые места, первые места. Народу очень нравится. По роду своей деятельности я общаюсь с очень большим количеством пород собак и знакомлюсь с ними. Но, познакомившись с породой бедлингтон-терьер, мы пришли к выводу, что это самая городская, самая семейная, самая квартирная собака. Она хороша и в содержании, и в уходе, и в общении с людьми. И мы надеемся, что вы познакомитесь ближе с этой породой, полюбите ее так же, как мы, и, возможно, возьмете себе любимца. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. Я заводчик собак породы лабрадор-ретривер. И я знаю, как вырастить красивую, здоровую и активную собаку. Вилли Хвост. Именно его я добавляю к своим знаниям, опыту и интуиции. В этом продукте для ежедневного рациона удачно сочетаются питательные свойства, вкусовые качества и привлекательная цена. Вилли Хвост. Мой секрет идеальной собаки.